Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Станислав Жлиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Итак, началась поездка Владимира Зеленского в США. Мы уже озвучили, какой будет программа, какие встречи запланированы. И вот свой визит президент начал с посещения завода в Пенсильвании, где производят артснаряды для Украины. Мы услышали, как Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев станут решающими в войне и что важно не терять времени. Как вы полагаете, будут ли услышаны эти слова? Как вы оцениваете старт президентского визита? И чего ждать от дня завтрашнего? Ну, действительно, президент Украины Владимир Зеленский сейчас прибывает на территории Соединенных Штатов Америки, где у него запланирован ряд встреч, в частности, с президентом США Джозефом Байденом, кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом, ну, а также с рядом других высокопоставленных лиц Америки, а также мира, потому что мы должны понимать, что во время Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций есть очень хорошие возможности провести целый ряд таких продуктивных переговоров, и я думаю, что украинская делегация использует это по максимуму, потому что сейчас действительно очень важный и переломный этап как в контексте боевых действий на фронте, так и в контексте мировой политики, потому что сейчас могут произойти очень большие изменения, особенно на фоне выборов в Соединенных Штатах Америки. Мы не знаем, кто возглавит эту важнейшую для нас страну. Ну, а также мы видим, что и в целом в мире, скажем так, очень динамически происходят такие процессы, которые могут повлиять на всеобщую безопасность и благополучие. Поэтому очень важно, чтобы этот визит и те встречи, которые во время него происходят, произошел максимально продуктивно, эффективно, и чтобы он имел, скажем так, возможность заложить те основы, которые помогут нам дальше бороться с российской агрессией, ну и, конечно же, побеждать. А для этого нам нужно и большое количество вооружений, и разрешение на дальнобойные атаки по территории Российской Федерации, и, скажем так, усилия мировой общественности для мирного урегулирования ситуации. Я думаю, что тут несколько треков будет одновременно работать. Ну, конечно же, сейчас еще увидим, что же будет презентовать президент Украины Зеленский, имея в виду план победы Украины. Это может быть очень важным документом для дальнейшей стратегии сотрудничества с нашими партнерами. И я думаю, что как раз таки, возможно, после того, как этот документ будет рассмотрен сторонами, можно будет надеяться на более тесное сотрудничество, если, конечно же, западные партнеры нас в этом поддержат. Но, по моим прогнозам, поддержка будет, особенно от Соединенных Штатов Америки, потому что уже были заявления от высокопоставленных лиц США, что они уже ознакомились, ну, по крайней мере, с тем вариантом документа, который был на тот момент. Но я думаю, что в целом они прекрасно понимают, какое его содержание. Ну и были позитивные сигналы о том, что Украина не останется без поддержки. Поэтому наблюдаем за визитом президента Украины. Надеемся на действительно хорошие встречи и на, скажем так, дальнейшее сотрудничество Украины с партнерами. Ну и также есть надежда, что это действительно сможет, скажем так, этот визит повлиять и на дальнейшую ситуацию, связанную с Российской Федерацией, потому что видим, что пока что там не собираются приставать на украинское видение окончания войны, на украинскую формулу мира, но не исключается, что как раз таки, если Украина получит всю возможную поддержку в ближайшие недели или месяцы, ситуация может измениться в лучшую для нас сторону. Я об этом как раз хотела поговорить. Да, Россия отказалась участвовать
принять во втором саммите мира. И вот, в частности, представитель российского МИДа Захарова, она заявила, что им просто хотят предъявить ультиматум о капитуляции. И заявила, что все это мошенничество и шантаж. И в то же время, что интересно, да, сегодня вот выходит спикер Кремля Песков и говорит, что Москва готова рассмотреть план победы Зеленского после публикации в официальных источниках. Да? То есть никаких категоричных заявлений. Как вы полагаете, почему он так осторожничал, да, и каких теперь действий можно ожидать от Кремля? Ну, это еще раз показывает, что все-таки не все так однозначно со стороны Российской Федерации. И я не исключаю, что все-таки рано или поздно Кремль начнет делать какие-то действия в том смысле, чтобы можно было сесть за стол переговоров. Я не буду сейчас прогнозировать, когда именно это может случиться, либо в этом году, либо позже. Но, тем не менее, я рассматриваю, что как раз-таки вот такие заявления от Кремля в том, что все-таки возможно участие России в различных переговорных процессах. Но также мы должны понимать, что те заявления, которые мы сейчас слышим, я думаю, они специально также имеют целью показать внутреннему обывателю в России, что якобы они не хотят приставать к украинскому видению окончания войны, что все-таки они хотят завершить войну на своих условиях, но в то же время есть очень много свидетельств того, показателей, что Российская Федерация сама уже не может, скажем так, воплощать все свои цели в жизнь, то есть реализовывать их, потому что после 2,5 лет полномасштабной фазы российско-украинской войны экономика России буквально не вытягивает эти задачи. Очень много, скажем так, уходит финансово и других ресурсов. Поэтому мы видим, как Россия вынуждена обращаться к таким диктаторским режимам, как иранский и севернокорейский, и таким образом она все больше зависит от них, но также и все больше зависимость от Китайской Народной Республики, например, в контексте обхода санкций, в получении товаров двойного назначения, станков там всяких и тому подобное. То есть фактически мы видим, что Российская Федерация все больше и больше начинает деградировать, и этот регресс виден налицо, и это означает, что Москва не может в полной мере обеспечить фронт, и она также должна быть заинтересована в мирном урегулировании. Но для внутреннего обывателя, конечно же, она будет говорить, что мы хотим, чтобы были воплощены те условия, которые Россия ставила еще изначально, но что, конечно же, для нас неприемлемо. Но те вот сигналы, например, от Пескова еще говорят о том, что не все так однозначно. Как оно будет развиваться, трудно предугадать. Я думаю, что если наши партнеры дадут нам все необходимое для ведения боевых действий, и об этом Украина просит уже не первый год, и тут дело не в самом документе, не в самом плане, а в том, что мы постоянно с этим обращались, но надеемся, что в этот раз уже сможем полноценно достукаться до наших партнеров, чтобы мы могли получить все то, что, в чем нуждается наша страна. И в обороне, в частности, воздушного пространства, различных систем ПВО и тому подобное. Ну и, конечно же, средства, чтобы можно было совершать те или иные контрнаступательные операции. И вот как раз по тем сведениям, которые есть, по тем данным, что план победы Владимира Зеленского предусматривает продолжение операции на Курском направлении, это вот в частности то, что, о чем
чем мы говорим, чтобы Украина могла успешно продвигаться далее, чтобы потом это повлияло на тот мирный процесс, о котором мы также все говорим. То есть я думаю, что вот наши партнеры нас в этом могут поддержать, и, как мы видим, не было критики со стороны западного сообщества относительно того, что Украина ведет боевые действия на территории Украины-агрессора, и это очень позитивно для нас. Поэтому я думаю, что это стало причиной того, что такое положение было, скажем так, добавлено в план победы. Ну, если на самом деле так оно и будет, посмотрим по официальной информации, когда он будет презентован. Но я думаю, что так оно и будет, и об этом много уже говорится. То есть в этом плане мы также можем позитивно двигаться. Ну и надеемся, конечно же, что наши партнеры поддержат нас и экономически, и финансово, все, чтобы Украина могла нормально пережить этот непростой период. И, конечно же, чтобы Украина получила те разрешения, о которых мы все говорим, это о дальнобойных атаках, потому что без этого будет очень трудно переломить ситуацию на поле боя на свою пользу. И как раз таки этот фактор мог бы сыграть важную роль в том, чтобы Россия все-таки села за стол переговоров и понимала, что если она не будет приставать к украинскому видению окончания войны, она будет иметь соответствующие последствия. И она уже будет иметь последствия не только где-то возле границы с Украиной, либо там, скажем, на тех или других объектах, которые, скажем так, не систематически бывает попадать под атаку, а уже это будет действительно на санкционированном Западом уровне. То есть фактически Украина сможет атаковать все те объекты, которые критически важны для Российской Федерации. Я имею в виду для ее военной именно машины, для ее военной составляющей. Мы не говорим за цивильные объекты, потому что Украина придерживается своих международных обязательств и правил ведения войны. Ну вот посмотрим. Поэтому я думаю, что этот визит очень важен для нас, и надеемся, что он также будет иметь позитивные для нас результаты. Мы уже говорили о том, что многие наши собеседники в эфире телеканала Freedom переводят с украинского на русский. Слово «приставать» по-русски звучит немножко в другом контексте. Да, это, скорее всего, придерживаться или присоединяться к мнению. Но я же говорю, все мы переводим с украинского на русский. Давайте поговорим о свежих новостях предвыборной кампании в Штатах. Вице-президент США Камала Харрис опережает своего конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа на 5%. Это показали последние результаты опроса NBC News. Между тем, Трамп заговорил о возможности своего поражения на выборах. Дважды на прошлой неделе он об этом упоминал, пугал всех страшными последствиями, если его не изберут. Но еще заявил, что не будет баллотироваться снова через 4 года, если проиграет. Как вам вот такая тактика предвыборная кандидата в президенты? Кампания выходит на финишную прямую. Как вы оцениваете ход и шансы? Ну, действительно, сейчас ситуация, скажем так, труднопрогнозируемая, а именно результаты этой кампании. Да, сейчас мы видим, что якобы Камала Харрис опережает Дональда Трампа, но как раз буквально этими днями была информация, что у них равные шансы. Там говорилось о том, что 47% они набирают. То есть фактически ситуация не сильно изменилась за последнее время. И я думаю, если какие-то есть колебания, то они могут быть временными, поэтому ставки еще пока ставить рано. И снова-таки будем наблюдать за тем, как эта кампания будет далее перетекать. И тут, конечно, мы должны понимать, что самое важное будет голосование это в тех ключевых штатах, то есть те штаты, где, скажем так, ситуация может быть 50 на 50, и буквально там очень малое количество голосов могут изменить всю ситуацию и повлиять на
компанию в целом. Я думаю, что будет интересно понаблюдать, если говорить за ближайшие события, за дебатами кандидатов в вице-президенты. Посмотрим, будут ли другие, вторые дебаты между Трампом и Харрис. Но пока видим, что кандидат от республиканской партии не спешит приставать, извините, ну, скажем так, не спешит соглашаться на вторые дебаты. И это понятно, потому что все-таки Камала Харрис выглядела более уверенно, и поэтому она победила, фактически можно говорить, на тех дебатах, ну то есть согласно тех оценок, которые сделали зрители. Но не исключается, что все-таки они еще смогут сойтись в этом словесном спарринге, если будет необходимость. Ну а также я думаю, что все будет, конечно, зависеть от других обстоятельств, в частности, и внешних, если такие произойдут. Поэтому пока что еще рано говорить. Поэтому для украинского государства очень важно поддерживать контакты с обоими штабами, со штабом Трампа и со штабом Харрис, потому что, скажем так, никто не знает, кто действительно возглавит Соединенные Штаты Америки. И я думаю, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США планирует встретиться и с Трампом, и с Харрис, и каждому из них представить план победы Украины. Я думаю, это правильный ход, и надеемся, что и Харрис, и Трамп поддержат этот план, и все-таки они откорректируют те заявления, особенно как раз таки мы говорим тут больше о штабе Дональда Трампа, ну, те заявления, которые касаются мирного регулирования, потому что президент Украины однозначно сказал, нам не подходит, например, то, о чем говорил кандидат вице-президента от республиканской партии Джей Ди Венс, про заморозку конфликта, про какую-то демилитаризованную зону, а в неблоковом статусе нашей страны нет. Нас абсолютно это не устраивает. И как раз таки в плане победы будет говориться о нашем евроатлантическом будущем. Ну, снова-таки посмотрим, какой это будет документ, чтобы можно было его проанализировать. Но я думаю, что вот как раз таки важно нам работать со всеми штабами и с обоими партиями, потому что, также еще напомню, в ноябре будут выборы в Конгресс США, и я думаю, что для нас важно сохранить двупартийную и двупалатную поддержку. Поэтому я думаю, что этот визит действительно есть таким одним из основополагающих как раз для дальнейших наших отношений с Соединенными Штатами Америки, ну а также и с в контексте наших связей с другими странами, представители которых также присутствуют на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Да, я еще добавлю, что накануне в интервью американским СМИ Владимир Зеленский заявил, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, и он подчеркнул, что видел множество лидеров, которые также были в этом уверены, но когда погружались глубже в проблему, понимали, что не все так просто. Да. И, как вы сказали, для нас очень важна двухпартийная поддержка, и очень важно, чтобы республиканцы тоже нас услышали. Хотела с вами еще поговорить о заявлениях Макрона, которые он сделал сегодня. Макрон, в частности, заявил о необходимости построения нового международного порядка, мол, после войны, я цитирую, нужно будет пересмотреть отношения всей Европы с Россией, Европа будет существовать в новой форме и в новой реальности. И Макрон также подчеркнул, что международный порядок, в котором мир живет сегодня, он заблокирован, и пообещал вот вернуться к этому вопросу уже в ООН. Скажите, вот что касается отношений с Россией, да, как вы поняли его посыл, что президент Франции хотел этим сказать?
Я думаю, что президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду, что после окончания войны мир уже, и в частности Европа, не будет такими, как прежде. И это стоит понимать, потому что фактически Российская Федерация своими действиями, как страна, одна из учредителей Организации Объединенных Наций и член Совета Безопасности, напала на другую страну-учредителя. И это действительно, можно говорить о небывалом прецеденте в международной практике. И фактически можно говорить о том, что то, о чем ратовали великие державы, когда еще создавали Организацию Объединенных Наций, и когда даже в постбипулярный период, то есть уже после окончания Холодной войны, делали все возможное, чтобы сохранить мир, чтобы наша цивилизация снова не оказалась на грани глобальной катастрофы, как это было в двух первых мировых войнах или, скажем так, в таких в кризисных этапах холодной войны, как, например, Карибский кризис и тому подобное. Но я думаю, что это имел в виду, что Макрон, что теперь после российско-украинской войны, которая также имеет качество глобального конфликта, то есть все признаки того, что этот конфликт не является лишь войной между Россией и Украиной, и что все больше стран вовлечены в него так или иначе, то я думаю, что он имел в виду, что теперь уже надо будет пересматривать ту архитектуру и безопасности международных отношений, которая сложится после этой войны, потому что тут нужно будет много чего пересмотреть и в контексте тех основополагающих документов, которые были подписаны странами мира, в частности, Российской Федерацией. И, скажем так, сейчас много говорится о том, что нужно реформировать ООН как такую, потому что фактически она не справляется в полной мере с теми вызовами, которые есть сегодня. И я думаю, что главное для нас, для Украины, во-первых, это сохранить свой суверенитет, свою независимость, чтобы иметь возможность стать той страной, которая будет задавать тренд в повоенном устройстве. Ну и, конечно же, я думаю, что мы сможем действительно сделать все, поделиться своим опытом в том смысле, чтобы не допустить в дальнейшем подобных ситуаций, когда одно государство ООН нападает на другое, и когда мы видим, мир фактически стоит на грани ядерной катастрофы, потому что видим, слышим заявления от представителей Российской Федерации, что не могут это применить. И это действительно проблема. То есть тут очень много нужно работать по различным направлениям. Я думаю, что как раз-таки об этом и говорил, ну, пока не в частности, об этом говорил президент Франции. Ну и, конечно же, мы еще не знаем, он говорит, что пересмыслить отношения Европы с Россией, но тут также мы должны понимать и другую сторону вопроса. Мы не знаем, какой будет Российская Федерация после войны и будет ли она в том виде, в котором она есть сейчас, потому что возможны различные сценарии того. И, конечно же, возможно, и тут что-то имел в виду лидер Франции, ну, потому что мы не знаем, вот какие последствия будут и для режима Путина, и для целостности страны-агрессора. Поэтому, я думаю, тут действительно мир, который мы сейчас видим, и который уже изменился, он будет еще иметь другую парадигму, нежели это было до агрессии Российской Федерации в Украине. Ну, я думаю, что об этом говорил Макрон. А как оно будет, будем видеть. Но самое главное, чтобы нас не ставили наши партнеры, чтобы Украина выстояла, ну и чтобы все мы вместе победили нашего общего врага. Станислав, вот у нас как раз остается пару минут. Я бы хотел углубиться в эту тему про реформирование ООН. То есть не только Макрон имел это в виду, но и другие мировые лидеры. Вот президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что есть сомнения
способности ООН поддерживать мир. В принципе, в том же ключе и президент Финляндии Александр Стуб высказывается. В частности, он говорит, что предлагает исключать любого члена Совбеза, имеется в виду как раз Совбез, участвующего в незаконной войне. А вот как вы считаете, вот такая тяжелая на подъем, мягко говоря, организация, как ООН, может заняться самореформированием? Что для этого нужно? Может ли дело дальше заявлений пойти? Две минуты. Ну, скажем так, очень трудный вопрос, потому что очень много об этом говорят. И вот как эти лидеры, которых вы, примеры которых вы навели, так и многие другие. Но дело в том, что нет ответственности тех стран, которые вот, не предусмотрены в статуте ООН, как можно наказать то или иное государство, член Совбеза, который нападает на другие страны ООН. И это действительно большая проблема. Ну и также мы должны понимать, что Российская Федерация имеет право вето. Но снова таки мы не знаем, какой будет Россия после войны и будет ли она вообще, ну, в том формате, по крайней мере, который есть, поэтому это может стать одним из стимулов, одной из причин изменения той парадигмы, которая есть сейчас. Но также многие говорят, что не исключено, что, возможно, будет создаваться другая организация, как это было, по примеру, по военного периода, после Второй мировой войны, имеется в виду, когда была упразднена Лига наций, была, собственно говоря, создана Организация Объединенных Наций. Ну, снова-таки посмотрим. Возможно, какие-то будут все-таки сделаны реформы, но мне кажется, это очень трудный процесс, и нужно, скажем так, надеяться на то, что все-таки будет какой-то в этом плане консенсус. И, возможно, кстати, если будет изменение в самой Российской Федерации, имеется в виду не в территориальном каким-то, а, например, если будет изменен режим и будет как там власть более открыта и более той, которая захочет этой реформы, возможно, она и пойдет и не будет ветировать. Но это сам вопрос в реформировании Организации Объединенных Наций может просто отпасть в связи с изменением политического руководства России. Станислав, спасибо за ваше мнение. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, был на связи с нашей студией. Спасибо. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.